Приветствую всех, друзья! Хватайте вкусняшки, усаживайтесь поудобнее, мы отправляемся в безумное приключение в игрушке Лимбо. Итак, остановились мы на этом моменте, где нам нужно пройти вперед. Не знаю, что будет дальше, но здесь мы спокойно перепрыгиваем и бежим вперед. Просто вперед. Ёкаламане, что это такое? Что за фигня огненная? Покрышка огненная! Ай-я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 й! Ого-го! Вот это да, вот это раш! Смотрите! Трава загорелась, то есть все взаимодействует. Очень классно сделано, конечно. Ох ты, камень какой-то. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Смотрите-ка. Что за аборигены? Смотрите, скидывают нам. Камни какие-то горящие, покрышки горящие. Не знаю, что они тут мутят, конечно. Вообще не хотят нас никуда пропускать, я так понимаю. Потому что мы, наверное, чем-то им мешаем. Я не знаю, конечно, чем, но... Судя по всему, что-то они в нас не признают. О! Вот дела. Вот это виселица. Это что такое еще? Так. Угу. Что-то здесь не так, смотрите. Куда он полез? Стоять. Стопе. Так, чувствую я сейчас, что-то произойдет такое страшное, что нас придавит просто вот эта ерундистика, нет? Боюсь, смотрите, уже кого-то повесили. Дай. Ох ты, а как быть? Резанули, а? Так, ладно, пробуем. Может, успеем еще? Нет, не успеваем. Да пошли вы на хутор бабочек ловить, а вот черти полосатые, а? Так. Не знаю, сейчас чуть придумаем. Как-нибудь мы сейчас это придумаем. Как-то можно, наверное, хитро сделать, чтобы оно вот... Вот, вот так видит. Ох ты, ё! А вот это я не заметил, кстати, печально. Ох, бедная головушка скатилась у нашего героя, у нашего мальчуганчика, а? Ладно. Сейчас что-нибудь придумаем мы. Так, ну? Нет? Нет, что ли? Да что ж такое-то? Ой-о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 й
сильно. Эпичные действия, уж совсем просто супер эпичные действия. Так, ладно. Как-нибудь сейчас мы это подрасчитаем. Ох ты! Так, в любом случае он отлетает, да? Так, ну хорошо, юмор, в принципе, этот понятен нам. Надо сделать немножко по-хитрому, я думаю. То есть надо как-то пробежаться, уклониться и вот так побежать. Вот о чем я и говорил. Все верно, все правильно. Эти товарищи от нас убежали, но сейчас мы их настигнем. Так, там вот этот партизан, я смотрю, заложил два капкана. Угу. Ну, соответственно, нужно подняться по веревке. Вообще все пока логично, не знаю. Пока сложности нет, но думаю, потом будет ждать меня что-то более серьезное гораздо. Смотрите, а люди-то висят. Я смотрю, активно висят. Они тут понавешали их от души. Так, здесь, я думаю, ничего опасного нет. Капканов пока не видим. Хорошо, продвигаемся дальше. Снова в какую-то гущу, в какую-то чащу. Так. Это что-то опять... Какая-то ерунда. Опять паукан. Тихо, блин. Ай. Ой. Ёшки, картошки. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, стоп. Так, наверное, надо подождать паука, когда он нажмет. А мы должны, соответственно, прыгнуть. И нифига не проканается. Ай-яй-яй. Как тузик грелку, а? Так, понял. Еще разок пробуем. Смотрите, уже кого-то заарканил, а, паукан. От паукана. Так, ну понял. В принципе, ладно. Еще разок. Так, сейчас подумаем. Как это лучше сделать грамотнее. Нужно подождать момент, подгадать правильно. Соответственно, паук нажмет. Давай, малыш и Карлсон. Вперед, давай. Ох ты, ё. Давай, незамедлительно. Нет времени объяснять. Побежали, мальчик. Ох ты, что он там творит, смотрите.
Так, а здесь я... Ох, блин! А вот это что-то как-то меня смущает. Смущает, блин. О, нет! В клаку на пару свалились, да? Ну, хорошо, сейчас подгадаем момент правильный. А, видимо, все правильно я делаю, но надо подождать как-то вот именно момент с пауком сейчас. Чтобы его придавить тем самым валуном. Валуевым, чтобы колясиком придавить. Сейчас будем думать, как это сделать грамотней. Так, здесь, в принципе, тактика правильная была. Дождаться паука, стоя где-то вот здесь. И, соответственно, наш товарищ допрыгнет, куда ему надо. Давай уже крадись быстрее, своими лапками щупаешь там. Нечего нащупывать там. Так, давай. Аккуратненько, аккуратненько, мой друг. Давай, роняй этот пенечек. Хорошо, молодец. Так, а здесь, наверное, нужно спрятаться, я думаю, нет? Ну. Так, все логично пока. Наверное, вот сюда надо спрятаться, я думаю, во. Да, все верно, отлично. Сбросили мы паукана, забросили в пропасть, так ему и надо. Неповадно будет охотиться на маленьких мальчиков. Так, здесь пока что все в порядке, нас никуда не сбрасывает это большое бревнище. Хорошо. Вообще здорово, конечно, гениально это сделано. Выдержано в таком строгом стиле. Но отнюдь играть очень даже весело. Так, главное, что оригинально придумано. Атмосферно, причем ветер шумит. Там, где клен шумит. Ладно, это я увлекся. Сейчас не об этом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что там такое опять? Как куда мне идти-то? Эй. Эй. Друг ты мой. Что такое? Блин. Как так-то? Что произошло-то? Так, ну хорошо, давайте посмотрим теперь дальше, что нам следует дальше делать. Ну и да, щупай. Тело кусок с лапкой щупай. Ну. Давай. Что нужно делать, понятия пока не имею. Вообще даже представления особо не знаю. Но видно, что внизу шипы. На шипы нарвемся, нам не сдобровать. Ага, сейчас. Ага, ну логично. В принципе, правильно, наверное. А, может быть, его толкать туда надо? Ну же, давай. Нет, только не так. Ну, кишка, блин. Так, вставай, кишка. Так, а сверх я никуда не смогу добежать? Нет, только так, да? Угу. Это, конечно, интересно, логично, но что делать? Пока особо не представляю. В общем, надо как-то его толкануть туда все-таки, да? Ну, туша, блин. Большая твоя. Че, мертвый уже, что ли? Ах, вот оно что. О! Рви, товарищ, рви. Ё-моё. Это ж надо так додуматься-то, а? Это как можно было вообще об этом думать, вот об таких вещах? Лапу выдрать у паука, это что-то, конечно. Давай, вращай, мальчик, вращай. Тяни, толкай. Давай, втяни, толкай. Паучью утробу. Так, хорошо, этот... кокон, мешковину эту паучишную мы бросаем туда. Ну, как-то это вот так выглядит, но... Не знаю, допрыгнули... А, да, все верно, все, допрыгиваем до конца, и теперь нужно двигаться куда-то вперед. Так, что здесь интересно? Смотрите, выклевывает. Воронье выклевывает просто людей. Так, вниз, не знаю, куда идти. Ага, лесенка. Хорошо, попробуй. Тихо, не прыгай. Лимбос, подожди. Лимбосик, не прыгай. Так, ну, постараемся сейчас что-то предпринять. Так, отлично. Возможно, правильно иду, но могу ошибаться. Ух, блин. Чё такое? Вообще, по логике вещей просто поступаю. Не знаю, правильно ли я сделал или нет изначально. Но ящик... А, так вот, все логично. То есть, даже
не проходя, не играя в эту игру, я понял, что нужно забраться наверх и что-то там сделать. Да, очень даже интересно. Так, идем дальше. Угу. Ой, тихо, ты давай не тони. Я знаю, что ты можешь утонуть. Это что такое там? Это обезьяна мертвая или кто это? Или кошка какая-то? Что это такое? Какой ужас. Глазастый, ты куда пошел? Угу. Так, а что он? Что это они? Слушайте, они топятся или что? Что за вакханалия вообще полное происходит в этом мире? Вообще непонятно, что почем, хоккей с мячом. Так, а здесь будет, видимо, какая-то растяжка, смотрите, да. Да, просто в хламиносину. Какой ужас, чуть задницу чешет, стоит. Вот сарказмист, а. Нечего сарказмировать, сейчас я до тебя доберусь, я подумаю, как это исправить, и, возможно, у меня получится. Вообще, надо бы, наверное, притащить труп какой-то, если это есть такая возможность. Надо попробовать, во всяком случае, может быть, и удастся, давай. Да, все верно. Так, а нельзя ли его как-то сзади толкать, нет? Да, можно, отлично. Сейчас мы скинем труп туда. И, соответственно, этот пресс упадет на труп. Как это ужасно. Блин. Ну, это отвратительно, конечно. Ну, по-другому никак не выживешь. Либо так, либо он, либо я. Что за эта шляпа там? Что за щупальцы? Какой ужас, блин. Все больше и больше тайн начинает таить эта игрушка и показывать их нам. Во всей своей красе. В двух цветах. Так, снова кнопка. Блин! Я аж напугался! Фу, вот это внезапность, вот это вообще нежданчик, конечно, был. Ладно, посмотрим, что от нас требуется. Возможно, надо было здесь что-то сделать как-то. Ручки он свои тянет, нет, вперед? Нет, ничего не тянет. Так, ну, товарищ, давай, как-то же надо что-то сделать. Что-то от нас здесь требуется, какое-то действие определенное, да? Я, правда, не знаю, какое, но... Ох ты, ё! Фу! А, ну все логично, все понятно. Ой, блин! А здесь, наоборот, нельзя было, наверное, нажимать, да? Ну, понял, понято. Угу. Понятно. Да, здесь нельзя нажимать. В принципе, это логично, но... Смотрите, опять, что ж они друг друга валят-то? Я не понимаю вот этого юмора их. Блин. Так. Ух ты! Ну ничего. Блин. Так. Вроде логично, вроде бы все правильно получается, так как я хотел. Все будет так, как ты захочешь. Ну, будет, будет. Так, все, в принципе, логично оказалось. Угу. Угроза миновала. Проходим дальше. Не знаю, что будет дальше. Это просто меня больше всего больше затягивает. Вообще, молодец, конечно, мальчуган. С нашей помощью он просто... Он просто выруливает, грубо говоря. Блин, не туда. А может, туда? Так, тележка. Сейчас будем думать, как вообще дальше действовать. Так, здесь я смогу? Здесь я тоже могу пробраться. Так, есть какой-то... Какая-то веревочка. Вообще, конечно, здорово придумано. Так. Пускай она опускается вниз. Давай. Видимо, нам нужно опустить ее до конца вниз и привязать к вагонетке, скорее всего. Хотя, может быть, я могу ошибаться. Опять-таки так, но... Ну, в принципе, правильно. Так, куда вагонетку только подогнать? И для чего вообще это делается? Угу. Так. Ну, хватай. Нет, да? Не получается. Ну, ладно, ничего страшного. Так, здесь грузик. Угу. Видимо, первая веревка поднимает первый груз, вторая поднимает второй груз. Логично, логично. Так.
Пробуем, сейчас будем думать. Так, подтащил куда надо. До упора. Там ничего нет секретного, какого-нибудь тайничка. Вообще, откуда эта манера искать тайники? Это с игр на Денди и Сеги. Потому что там постоянно были такие возможности. Да, все верно, поднимает первую гирьку. Угу. Ну, допустим. Так, а меня здесь не расплющит, интересно? Меж этих ножей-то. Мне кажется, расплющит сейчас. Да, все, точно. Угу. Все ясно. Яй, Slowpoke Mode activated! Так, понял. Понято. Без проблем все. Еще разок, дубль не знаю какой уже. Вообще круто, конечно. Круто. Такого я еще не испытывал. За все время игр. Давай. Давай, мальчуганчик, тяни. Так, здесь мы раскачиваемся, соответственно, конечно же. А веревка не рвется, веревка от механизмов от этих лезвий не рвется. А я так падаю, все, меня сразу зажимает в хламиносину просто. Ну, ладно. Так, раскачка на счет 3. 1, 2, 3, все. Угу. Давай. Блин, по затылку прямо, а? Ой, какой ужас. Прямо по затылку мне шандарахнула эта гиря, а? Понял, ладно. Дубль опять неизвестно какой, но... Попытка не пытка. Угу. Так, хорошо. Ехала машина полевая, задавила Николая. Николай кричит «Ура!» Позовите доктора. Едет доктор на машине прямо немцу по затылку. Николай кричит «Ура!» Да. Ну, такие были шутки в советское время. Ничего не поделаешь. Так, чирик. Это все прекрасненько, все срабатывает. Пока что действуем по плану, по вновь утвержденному. Ты что сорвался-то, господин мой хороший? Заслупоканул? Бывает. Да, вообще можно было бы это гораздо быстрее пройти, но я что-то долго уже это прохожу, это ужасно долго. Эта серия затянутая получится вот с этими попрыгушками. Тщетно бытие, блин, такой обстановки. Так. Давай уже быстрей! Ай-яй-яй-яй! Фу. Вроде бы успел вовремя. Так, раскачечка. Надо подождать, наверное, больше немножко, да? Чтобы мы смогли дождаться второй гирьки, чтобы она мне по затылку не шандарахнула. Так. Отлично. Давай. Есть, отлично, пробрались. Я думал, опять мне сейчас зажмут мою головку сзади. Прижмут или подзатыльника дадут мне сейчас. Так, хорошо, идем дальше. Здесь что-то... Ох ты, зверье! Какое-то зверье, смотрите. Какой-то хомячок или кто это, я не знаю. Сурок какой-то, наверное. О, блин. Чё это так... Стой, куда ты пошел? Жесть. Прямо в голову нам впилась какая-то дрянь. Зомбируют нас потихонечку она. Ну, ничего, сейчас разберемся. Чё хотите? Так, толкаем какой-то ящичек куда-то, не знаю. Ну, допустим. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Блин, утонул, короче, наш товарищ. Что-то я сделал, видимо, не так. Угу. Так, что это такое вообще? Как-то она действует на наш разум. Ладно, будем сейчас разбираться, как это действует на наш разум, конечно же. Прыжок. Так, вот сейчас мы должны не дойти. Должны медленно тащить ящичек. Я не знаю, правильно ли... А, да. Нужно избавиться от этой ерунды сейчас. Угу. Так, ну вообще логично. Так.
Есть, все. Здорово. Слопали не эту ерунду. Теперь мы идем дальше куда-то. Уже непонятно куда. Смотрите, какие-то новые декорации сзади появляются, какие-то механизмы, какие-то технологии. Что-то здесь пошло не так. Так, что делать-то надо? Давай, дружок. Ну? Нет? Ага, вот. Понял. Какой-то механизм активируем. Ничего, сперва посмотрим. Так, вот какая-то странная зверушка. Что-то хочет достать. Но пока мы ей помочь не можем, поэтому пойдем дальше. Угу. Здесь какая-то технология, трубопровод какой-то. Че вообще куда? Непонятно пока. Так, ну и здесь тоже особо непонятно, в общем-то. В общем-то... Так, бревно надо, наверное, с собой взять, да? Угу. Потому что допрыгнуть я уже не смогу. Супер. Супер каток. Так, давай. Прыгай. Так, сейчас будем думать, что это вообще такое, для чего оно надо. Чирик. Отлично. Угу. Зверятина стрескала эту ерунду. Ага. Ну, сейчас подумаем. Давай, беги. Я не знаю, кто ты, но давай беги. В общем, ага. Сейчас будет крутить колесо. Чё я, блин, натворил? А, всё правильно. Дождь пошел. То есть что-то мы там замкнули, пошел дождик. И, соответственно, сейчас мы должны сделать следующее. Сейчас мы пустим воду, заполним ямку. И сможем пробраться смело по бревнам. Конечно, все гениально и просто. Оказалось, все круче и проще, чем я думал. Вообще бесподобно. Так, хорошо. Пробегаем. Ну? Шляпа шляпная, чё ты не плывёшь-то? Ё-моё, блин. Так, здесь тоже, походу, придется успевать все, да, сделать? Ладно, понял. Сейчас будем разбираться. Наполняется. Ну. Ой, ужас какой. Так что долго будем плыть же мы так, с таким темпом-то. Что я не то что-то делаю. Хотя по-другому здесь никак вообще. Бревно само по себе плыть не будет. Придется его таким образом толкать. Вообще бы, по логике вещей, от струи бы оно опять катилось назад, но здесь, видимо, это не учли немножко. Но, наклоняй его. Так, ну, в принципе, правильно. Просто несколько раз надо будет сейчас нам бегать опять так, толкать наше бревнышко. По-другому никак, по-другому я не вижу прохождения здесь, только так. Угу. Давай, мальчишка. Мальчишки-бальчиш, давай. Так, логично. Эстетично, надежно и практично. Ну, нормально. А, гениальная технология, конечно. Вот этих вот козырьков, собирающих воду, до сих пор практикуются везде практически, да? Ну, давай. Я уже не знаю, как тебя еще подбодрить-то. Давай, отлично. Так, все, наверное, думаю, сейчас мы уже точно доскочим. Мы добрались до середины на этом бревне. Сейчас последний раз наполняем эту ямищу. И спокойно перепрыгиваем. Вот это уже будет кульминация. Так, отлично. Побежали. Так, все, вот теперь точно я прошел как хотел. Все, наконец-то.
Ну что, на этом моменте я с вами попрощаюсь. Мы с вами встретимся в следующей уже серии в новых приключениях в игрушке Лимбо. Всем хорошего настроения, играйте только в самые интересные игрушки. Всем пока!